Итак, свисток прозвучал. Маша Платонова против Полины Меркуловой. Путь вице-капитанов самый короткий, однако задача от этого проще не стала. И гигамяч вполне себе может уплыть, как это случилось на дальней дорожке. А значит, команда Выборгского района вышла в лидеры. Молодцы! Теперь хорошо бы Мише Меркулову не сдать позиции, старается капитан. Наша цель – идти вперед и достичь больших высот. Таков девиз команды в зеленых шапочках. Сохраняется небольшое преимущество выборжан, но еще не сказали своих слов мамы и папы. Надо отметить, что громче всех в бассейне за Меркуловых болеет их запасной игрок. Саша – футболист, шахматист, как сказано в анкете. Уверен, он своей семьей гордится. Третий этап – Инна против Татьяны. Поравнялись мамы, и кажется, что никто из них не намерен побеждать. Плывут себе, толкают перед собой мячи, получают наслаждение. Участница из семьи Адмиралтейского района даже немного разговаривает со спортивным снарядом. «Иди сюда, не уплывай», будто бы взглядом просит Инна Платонова. Бац! И с этого момента телезрители, болеющие за спортсменку в красной шапочке, начали еще громче скандировать имя Инны Платоновой. Ситуация меняется в пользу адмиралтейцев. Вот это да! Мы вместе командой добьемся успеха, ничто на пути нам не будет помехой. Этот лозунг настраивал Платоновых на игру. Кроль по собачьи. Вот стиль, в котором к финишу приближается участница команды из Выборгского района. Немного сил осталось у мам, зато полно энергии у глав семейств. И я больше чем уверен, что Михаилу Меркулову придется догонять Сергея Платонова. Тот уже у четвертого кольца укладывает мяч. И все, каких-то 20 метров до финиша. Нужна Платоновым победа. Очень нужна. Они за хвост ее поймали и кажется, что уже никому не отдадут. Браво, Алена, Маша, Инна и Сергей. На ближних телекамерам дорожки не сдается Михаил Меркулов. Последний конкурс, папа, выжимайте все, что есть. Остановился секундомер. Время адмиралтейцев мы видим на экране. Команда Выборгского района пока вторая. Это было достойно.